Мне кажется, нету связи в этом никакой. Да не, нет, серьезно, от результата тоже может зависеть. Плюсы у меня зависят только от этой любимой гонки. У меня плюс, у меня плюс у гонщика, у того, которого у меня лучше всех, в общем-то, счет не спит. Тут что-то я не то делаю. А, нет, то все верно. Сейчас этому мы... Все нормально. Так, и вот так. Ой, поехал. Ну, блядь, чё ж ты в своих-то застреваешь? Я же сервер. Кстати, ехали, Ром. Илья, у меня тоже вот как бы жалоба неприятная на тебя, знаешь, какая есть. Во время одного из последних сплинтов, по-моему, или нет. Я не прессован, где-то кончик у меня сплинтовал. У меня вот нехорошо и кончик, по моему кончику планировал. Я сплинтовал выход. Ты когда он был? Он именно на скорости в него въехал, да, даже видно было, слышишь, Илья? Я тебя плохо тебя слышу совсем. Замедлил, короче, темп, да, и потом его уже объезжать начал, короче, не. Я говорю о том, что вот, то есть, Агап, может, прав, что он, короче, здесь, оп. Чё ты? Так что, Илья, ты грязный играешь? А грязный играю? Где ты грязный играю? Ну, я же говорю, ты вернулся без моего монтера. Да. Так, никогда не было. Я требую повтора. Монки. Естественно, я очков. Совсем дурно. Тебе с 1 апреля. Эск, давай, я говорю, тебя, говорю, тоже, говорю, с 1 апреля. Да не, я не шучу. Я сейчас оно узнать, я понимаю, что ты в этом не виноват, был, короче, но она была, короче, я туда первый раз не слышал. Когда я выезжал там, короче, я хотел на скорость, но дальше уехать, короче, врезался, ну, я не знаю, там куда-то врезался. Я не помню, кто, короче говоря, но я помню, что стоит команда. Не знаю, куда ты там врезался, в кого. Да пошутить я могу, конечно, у тебя спина белая, конечно. Стыкаешь. Ты ж как на табуретке не сидишь, короче. Скажи то, что тут кабин же. Кресло себе уже купил. Говорю, ты еще скажи то, что Курт Кобейн жив. Не, да. И Цолик тоже не жив. Вот Круг жив, да? Круг жив. Не, ну это я не спорю. Саматы, Купова и Игорь Саматы. Остальные фанаты Круга вообще молчат. Мама любит. Что-то так весело. Энди, кстати, тоже психанул, поехал в отрыв. Нормально, чё? Какая-то. То вообще без лагов.
что у вас там с погодой в Саратовах? Илья. Да норм, говорю. Плюс сколько? Плюс 0? Погода. 3. 3? Плюс 5. У нас потеплее. Плюс 20. Нет, нет. Там плюс 10, но он будет. Не больше. Я забил, он наблюдал, не ходил. Ты сказал, блин, как Рафа. Я за пивом ходил. Я не за парашюта, за кого же еще? А? За кого же, говорю, еще он проголосует? Конечно, говорю, за Порошенко он и проголосует. Там, короче, капец, там Тимошенко, короче, возмущается уже, короче. Там, потому что Порошенко, он более зана предварительно, короче, он второе место не нужен. Там постава такая была, ну, представь. Когда на одном участке, короче, 5%, короче, да, это самое за Порошенко проголосовали, да? 5%, mm-hmm. да? А на соседнем участке 50% голосов за Порошенко, как ты думаешь, да? Честные выборы, как у нас в России. То есть где-то покупают, где-то не покупают, но сама здесь, короче, берут. А, или тоже вот жаловались люди, конечно, когда пришли, как пришел человек, да, короче, на выборы. А ему, знаешь, говорят, ему говорят, а у вас в списке нету. А он уже сколько лет живет, но сколько лет никуда не перенял, короче. Или, а вы уже проголосовали, да? Он ему говорит, два в списках нету, говорит. Не то, что проголосовал, знаешь, Лапин. Два в списках нету. Есть, да. А он такой сидит, короче, нифига себе, пух. То есть, да, он тоже голосовал за него, говорит, что, короче, куда-то его имя там ушло, налево, короче. Попрошенко. Самые честные открытые выборы в Украине, короче. Бога, она еще не было. Все мы знаем то, что там самые честные. Не, ну в этом сезоне это вообще какая-то. Сезон .2.0. Нет, такой грязи на выборах в Украине еще не было. Ого, Моль ему поехал. Я смотрю, что у меня отпустится. А сегодня разделок не будет? Нет, сегодня ничего не будет. Зря я поехал. И полугорные, полухолмовые этапы. Шумок пытается Рому ехать. Хрен с ним с падением, тут Ван Авермат пытается уехать. Подло, даром. Это опасно, да?
Он может, блядь. У него еще, кстати, в генерале он так неплохо никак. Лучше порта, что ли, блядь, или чуть-чуть похоже. Первого апреля хуя, а, сука! Точно, точно, бля. Раби не верь, там, бля, плюс 5, ёпта. Там, бля, плюс 5, как. Плюс 5, как у Фрума сейчас, ёпта, да? А у Фрума сейчас плюс 5, да, блядь? Да. Ну понятно, что я тебе верю, да. Не, ну тут не слушай, я правду говорю, слышь. Раз, два, три, четыре, пять. Пять гонщиков у меня с плюсами есть. Которых из которых трое с минус 2. Так что вот это, короче, первый апрельский подковка сейчас сервера начала делать. В принципе, у меня почти весь тут такие подковки. Так, знаете, есть песня «Папа может», а тут здесь Лаки может, Лаки может, может все что угодно, плюс 5, плюс 10. Плюс 8. Плюс 8 хватит. Вот так даже. Лаки может править сервер как ему угодно. Плюс 5 у Фрома, плюс 5 у Молим. А ты-то думал, кто тебе минуса делает? Конкретно беру и нажимаю. И нажимаю просто. А я даже, знаете что, я даже понимаю, почему всего два раза в неделю гоняемся. Потому что Маки успевал, короче, писать, короче, ты же на работу ходишь, правильно? Бывает, да. Бывает. Роуд повез. Поднесся, да, короче? Горе рекордный. Да, но Винстон, конечно, у нас подман на тихом, короче. Держит на подман. Шел на подком, нажал. Ты бы потом нажал после первых трех туров? Ну, после первых трех лодок. А чё? Вот ты бы потом после первых трех лодок нажал? Раньше было дело. Ну, давно, было, правда. Кто? Когда Эндурайн вот нагонял, он там ночь была. Эндурайн? Эндурайн даже покруче, чем... Я не знаю, покруче, чем Фрум я сделал. Эндурайн мощный. Мне Алексисом Санчесом нравился. А нормальный, да, гонщик. Он сейчас, кстати, до сих пор играет, знаешь где? Да, Алексей Санчес, да, он может. Сейчас уже не может. И вот в то время еще Игорь Антон, короче, да, хорошо. Ты знаешь, кому рассказываю байк про эту? Это про это, ты знаешь, кто? Знать, потому что я с ним гонялся тогда. Очень не помню. Кто? Рот не помню, я с ним гонялся тогда. Даже один написан.
Ну, тут, понятное дело, что онлайн такого не было, как, но я говорю, что, ну, просто... А потом был шоу с Бог. Я. Чё? Ну, может, расскажи, когда сокол саратовский какой-то футбол, наконец-то, хотя бы вернул меня. А не знаю. Я не знаю, я не всемогущий. Может, стадион вроде не самый длинный, но такие же. А, у нас еще один строится. Нижневартовский, походу, похуже, чем у вас, например, немножко, да? Это мне пришло... Не знаю, где там. Юмор, короче, знаешь, когда, короче, в Камеди Клабе, там, знаешь, что-то рассказывали. Ну вот, в Америке, короче, там, смотри, Великая Депрессия, да? Великая Депрессия, ну как так, короче, говоря, Нижневартовск в России, да? А Депрессия была, короче, в США. Типа, Америка. Да, было дело. То есть, рядом все про Нижневартовск, там, вообще, короче, какую-то солнце. Я, может, и не прав. Конечно, когда он за мегафарму катал. А хорошая кошка была? В 2012 году. А чё так пропустил кошку? Сейчас он в Грегоре. Не, ну ему да, ему 30 чем-то, короче. А то я помню эту фамилию, просто помню почему-то что-то не сбывалось. Вербал, кстати, в 43 планирует закончить. Ты. Кто там отстал из наших? Много кто шар отстал. Велел отстал. Почему? Что случилось? Но он еще может и хорошо так раздавать. Не, я говорю к тому, что, кажется, я говорю к тому, что я ни у кого ничего не менял на этом скорости, почему-то велел, а со Сханом ты был. Пришло непонятно. А, кстати, помнишь, да, короче, этого самого, короче, Илья? Кого? Я этого Дурмича, короче, да, в команде на Мазахре взял. Ну? Он забивать начал, наконец-то, короче, да, пока что там. Может быть.
если у тебя пойдет, конечно. Ну в этом сезоне вряд ли, короче, но на следующее лето, короче, если буду я, если бы мечтал строить для вас. Ну смотри сам. Там команда у меня построена прикольно. Три вратаря практически одинаковые, короче. То есть у меня такое ощущение, что я со всей кровати сам буду смотреть. Нормально. То есть Левакович, короче, там еще за город, еще. Левак лишь от слова левает. Ну, у меня три вратаря практически нет. Нормально. Там не суперский, но хороший, 14 реакций. Там полностью меньше. То есть на кубок одного можно быстрее начинать. И почему-то, короче, единственное, что очень много технарей там, а типа командные игры, пока не. Ну я этот, короче говоря, Грусенбор, короче, в Норвегии, короче, 74 лет грохнул. Нормально. Это Лига Чемпионов? Да, да, в отборе. На мне жопа встреча будет, знаешь почему? Почему? Почему на отборе? Эйдховен будет у меня. О. То есть я Русинбор пройду, понятное дело, просто там сильно пытается. Ну да, сочувствую тогда тебе. Не, ну и сочувствовать, может не сочувствовать, я просто влюблю в Европу. А там полегче. А знаешь, что обидно, короче, Минховен выпал, а там другие две команды, да, обе вообще все команды смотри, короче, у меня вот там много. Там другая пара, там хуже вообще. Я почему-то мне на это ходит. Ну, значит, так судьба распорядилась. Шлейбе ни хрена не судьба. И не столько, опять же, говорю, короче, у Динамо Загреба очень много молодых изучений. Если это все в одну команду, то... А еще я решил себе попробовать, знаешь, за кого? Я хочу опять до России, на Лиге. За кого? За ПК Урал. А за Урал? Урал нормально. Это сильная компания, в принципе, да? Это просто интересно, что... Ну... Я не знаю про несильную команду, что тебе сказать. Тут ее знает хорошо Глинди. Он оттуда, да? Это еще Екатеринбург. Нормально, нормально. Мне просто интересно, короче, я хорватский игроков знаешь, у меня молодежь есть хорошая, я у себя попробую сербов. У сербов там есть нормальные игроки. Мне просто опять же это интересно, знаешь, чему, короче, потому что я допустим на след буду играть. Смотреть, короче, сколько команды можно будет взять молодого игрока. Так тот же Урал. Обычно рассказывают, вот сборными неинтересно играет, да? У нас есть, короче, это люди? А, чё, нормально. Ну, какие же, тоже матч поиграли, да? Прикольно было. Ну да.
плюс, знаешь, иногда, короче, плюс там то, что, короче, у нас там травмы, там у соперника, наверное, там плюс везение, Угу. Ну тоже, как считай, как здесь, то же самое и тут. Да, потому что финал, по-моему, дошли. И падение. Вот в финале для Швеции, да, даже финал. Угу. Только единственное, что да, я, у тебя, короче, основной плюс был, потому что команда все не присоединяет. У меня такие все были. Ой, все-таки догнали. Он догнал. Еду не ловит рук с Самое интересное будет, если сейчас какой-нибудь завал будет. Сейчас еще горка будет такая резкая, ну, резкая, третья уровня, потом, если короткая, будет приятно. Сейчас меня тоже не вижу. Все оружие здесь. Вот, падение. Ба! Упс. А где результаты? Кто выиграл-то? У меня тоже нет, кстати. Да, это да. Нормально. Портфрейм поймал, ничего себе. Ёпта. Ну, да. Блин, на дом. И брусчатка, и спринт. Плюс еще 1 апреля. Адермат, Юнгельс, Барде, Адермат первый, Юнгельс второй, Барде третий, Кристоф четвертый, Фрум пятый, Рада шестой, Тюн седьмой, Лопес восьмой, Пино девятый, Берналь десятый. Кристоф сейчас я скажу, Кристоф четвертый. Четвертый этап подряд минус один, блядь, у Пино, я не знаю, что с ним, сломался, наверное.
не знаю, у меня у Берналь единственный был минус один. У Берналь, у Порта хоть и ноль был, но он там отстал, потому что там Сос отстал, как в горе, и все. Там Тюнс впереди повез. Так, подожди, первый, второй, третий, кто пришли? Ван Авермат первое место занял, второй Юнглис, третий Барде. Бля, нихуя еще Барде тут, да? С дублем, Ром. Это ж не дубль. О, Кристоф сраного Фрума выделал, ура. Ну, посмотрим через пару этапов. Да, это... Сорян, я проёбся в Юнглис приехал второй. Что ли, на X8 или нажали уже? Там вот не были в последней группе Индии, знаешь? Давно уже нажали. На 40 минут осталось. Другой не были, я должен не были. Хоть время вообще, да? Общий, да? Заебись. А я надеялся, что сейчас Крумом просто под орех раздал. Блин, мать у нас. Я порт только 2 минуты, 2.05. Порт, ЦСКА Москва, короче, на 15-14. Ты, Илюша, им там проигрываешь, я не понимаю. Ну, блин, там один человек отстал, и все, и он полетел. Правильно, в открыт еще больше людей сажай, и порту, чтобы поменьше помощи было, и вообще чук. Че, будем отыгрываться? Ох, какая тут мерзкая горка в конце. Барде-то как, сука, там удержался, блядь. Просто наверху был. Молодец. Тут коп почти ничего не решал. Хил, блин. Ну коп немножко решал, конечно, но не так сильно. В конце качепрыжная горка. Звездочка. Это как и на Инека. Однозвездочный коп этот шняжный. Он, конечно, развез его, наверное, там хорошо, вот он и усидел. Рот, это судьба. Это карма. И арма. Это, знаешь, как это называется? Ну, карма. Кто сервер дал, то и бери. Не радуйся, не дарам. Где справочная? Вы чё? Я говорю, что это такое вот Нибали, который едет на этом кафе. Идёт. Кто он? Чёрного убили? А чё? А? О. В этом туре едет Нибали за какую-то команду, короче, там приобрели с моего Нибали. Кто это? Что это вообще? Откуда? Это великий Антонио Нибали. Итальянец старый, да? Ага. Это же итальянский одного спорта. Ага, младший братишка. Более талантливый, да, но к сожалению, не дают ему шанс, да?
Блять, как вот эти атаки так ловятся резко, сами по себе? Не понимаю, это что, караулит там кто-то или что, как это работает? Ну? Когда как? Это игра кривая. Он атаканул, и все сразу потянули за ним. Как это получается, нахуй? Я на 99 атаку поставил, ебать. Прикол, блядь. Блин, автомат все, у меня тоже мутация. Ну, то есть, даже тоже как-то проводить больше. Оп. И каких-то два хуя за мной потянулись каким-то боком. Как вот это произошло, блядь? Ну, как-то тут что-то резко не убилось. Еще увез 4 человека. Как, блядь? Главное, заметил, речь всех, на которые реагируют компьютер, не лаки. О! Ешь компьютер, хули! Блядь, хай сами не возят. Не, ну у тебя самый лучший компьютер. Ты ж не забывай, ты сервер, короче, а уже у остальных хуже, ну и плюс я еще не состоял. Молчал. Бидинг. Есть книги на категорию измеряются, для вообще. А вообще зря мы людей похилили, короче, по поводу того, что спускается чемпионат. Вот это бы итальянцы бы, короче, вот еще чемпионы у нас были бы. Поплакались, а? А то, чтобы на чемпионате участвовать, это нужно, короче, новую часть игры покупать. Вот эту, которая вышла. Это не надо, конечно. Я аж лучше свежей части. Надеюсь, Бигбой меня не подвинет. Потому что, смотри, Бигбой, они, короче, с спортивные симуляторы делали. Они волейбол делали, короче, теннис делали. Все молчат,
Да-да-да, я слушаю. Кто пришел? Кто гремел? Не, на четвертое место Кристофа Сабатрис прошлый год. Знаете, что запомнилось? Победа Кристофа на Милан Санремо. А, когда я выиграл, да? Причем, да, с плюс 4. Да, причем, согласись, я же не спереди выезжал, да? Ты еще сзади, ты был там, выиграл, да? Да, коварного Рафа обыграл. Ну, это же красавец просто. Не, ну так я согласен, конечно, да, Кристоф, он очень прикольно выиграл. Так, и потом, когда мне рассказали, что Кристоф до этого, как же его просто вообще. Там, говорят, более яркая победа. А у Асида? А, Асид же, говоришь, Асида. Выигрывал Амлоп. Не, говорили, ту же год, говорили, хорошо, у него тоже что-то Христо. И я что-то куда. Елека что-то перепутал. Это он выиграл другую эпичную гонку. Не, ну тогда Кристофа Гурова, во-первых, я сам не ожидал, короче, отсюда, да, такого. Я весьма грамотно фитиш построил. Причем там говорят, что я пристроился за кем-то, я специально не ставил. За Саганом, кстати, сидел. Ну да, но я специально не садился за ним. Ну что называется, не угадать за водой сильно поехал, потому что он с тобой появляется там.
Льду упал. Вот,
Блядь, Гога, отойди ты. Горка вообще не хорошая. Да нет, 12, 15, еще 17. Это холм, брат. Холм? Ну типа да. Я такой холм пердел, блядь. У нас он Керчи, короче, горами тогда 90 с чем-то, короче, высотой, да? Хера, барды в индексе. Ехал вроде своим темпом и все равно вырубил, блядь. Как заебали эти мрани, серьезно, ну просто нереально уже играть нахуй. Ну вот я надеюсь, что в новой части что-то, короче, будет. Честно, 18 лет, блядь. Плюс 5! Скажите мне, что любимые гонки еще ничего не значит. Все не значит, блядь. Тоже будет холм. Он, скорее всего. Не, вот этот мне там не понравился. Горка и сразу буквально после них даже не успевать, потому что не успевать. Что, опять фрум? Маги, ты не стыдно, да? Его любимая гонка. Он и в прошлый раз тут выиграл. Я совесть недавно продал. За нефть? За газ, ты чё? За спром. Копейку. Столько этих самых, как искушений, вот, да? Да, всякое бывает.
Там еще у дяди что было бы, действительно хорошо, знаешь, знаете, гоняться с фитнесом, например, да? Ну, вот такой вот, тренером гоняешься, ну, хоть на посинение гоняться, да? Просто когда у лидера хреново фитнес, короче, он так будет, он говорит, ну, запах, просто на пяти, что ли, что-то, вот тогда все будет, ну, пока это не лидером, или нет. Только все мечты не имею. Сейчас Лаги скажет, опять, все поехали, и я там поехал, да? Барлей, короче, и Сагире. Полмен. Что, уехали, когда сказали, то я тоже поехал.
я пока вылетел, вы, наверное, на плюс 8 кетами просто выбирали, да? Черт, подбор.
Сладко. Еще тут прикол. Еще повезло, что на безобидном участке, тут прям можно догнать нормально. Так он упал или чё? Упал. Жесть. А кто прокололся? Ась второго. Он странно догоняет, но... Я, как, походу, под лица включил, блядь. Имею право, а? Зачем? Я хочу отрывать. У меня в отрыве никого нет, почему? Я хочу его нормально. Я скот раздавал. А что такое, что тебе нравится? Я понимаю, я ее раздражаю тем, что у меня в ипотеку, короче, закон маленький. Все, наверное, брали, потому что Карин не отдал. Сейчас кор. Чего? Сейчас направо боты петушарские. Блин, Рот, ты это сейчас как Паша прибрал, посмотрел. Мне страшно стало. Как
Это же как наш, это же сам голос был на него похож. На мой манер выключил. Чуть не упал с кресла.
Победа. Блять, как всегда, все через жопу. Ты зажарил, блять, козлы. Ну да, там вообще в легость прям. Поздно спринтовал вас. Плюс 5, как обычно. 1 апреля. В прошлом этапе, может, и было плюс 5, но тут точно у него не 5. Не, ну сейчас 0, если честно. Но так 1 апреля. А у тебя? Брехуны. А третий, вот этот. По-любому у вас у всех, короче, по плюс 5. Я малима 10-й приехал. Короче, сейчас по-любому плюс был. Плюс 2, наверное, или плюс... Плюс 2, наверное, где-то. У Барды. А-а-а. Вот эти. Вот этот и предыдущий. Плюс 0. Ну-ну. Нормально. Блять, после финиша уже обошел такой чуть-чуть. Сука, поздно было. Ну интересно было вообще. Прям вообще прям миллиметр нахуй. Самое интересное, 60-е место. Чуть-чуть поздно среагировал, наверное. Или просто поворот не в ту сторону был, хуй знает. Чуть-чуть влево пошло, бля, как раз. Я по-любому поехал, я там человек 5 или 6. А ты как конкретно за фромом сидел? Или просто как бы просто сидел? Ну. Вот у меня как раз красный. Не, ну в принципе ее хватило, но не знаю, поздно, наверное, спринт нажал, что ли. Хуй знает. Не, как бы внешне не выглядело, плохо, я хорошо проехал. Мне сегодняшний гонка мне больше понравилась, чем прошлый этап. Ну, нормально.